Сердце этого 9-месячного мальчика чуть не вырвалось из груди. Вот только не от избытка чувств, а от редкой формы врожденного порока. Оно бесконтрольно увеличивалось от недостатка кислорода. Спасти жизнь мальчику решили екатеринбургские врачи. Операция длилась почти 6 часов. Матвею Черникову даже пришлось остановить сердце. Как оно бьется теперь, расскажем в программе «События» в 21 и в 23.00 на ОТВ.